российских войск уничтожил замаскированный узел связи ВСУ. Министерство обороны продолжает демонстрировать кадры с боевым применением отечественных беспилотников в ходе военной спецоперации на Украине. В ходе одной из частей спецоперации был выявлен узел связи украинских вооруженных сил. Этот узел был укрыт в лесном массиве. Однако это беспилотнику никак не помешало. На кадрах, публикуемых оборонным ведомством России, можно видеть, как в объективе камеры беспилотника появляется замаскированный узел связи ВСУ. Через некоторое время демонстрируется попадание по военному объекту высокоточным боеприпасом. Удар был нанесен с поистине ювелирной точностью. Он не вызвал возгорания лесного массива, в котором и укрывался пункт оперативно-тактической коммуникации украинских войск. Операция позволила нарушить связь сразу между несколькими украинскими вооруженными формированиями, действующими в том районе. О конкретном месте проведения уничтожения узла связи ВСУ российской Минобороны на данный момент не сообщает. Известно о том, что активизировалось использование и разведывательных беспилотников. Например, они помогают сухопутным силам выявлять огневые точки боевиков украинских формирований в Мариуполе. После выявления таких точек они уничтожаются.